Уважаемые коллеги, хочу пригласить вас к участию в нашем диссекционном курсе совместно с Институтом красоты СПИКа и их учебным центром ЭДМЕД. И хочу сначала немножко рассказать о нашем проекте. В последнее время я получаю очень много вопросов от своих коллег и от косметологов, и от пластических хирургов о сути наших курсов. И я вижу, что не все ориентируются в том количестве предложений, которые сейчас поступают к вам в рассылках устно, по СМС и так далее. Итак, что такое наш курс и чем он отличается от остальных аналогичных курсов, проводимых в разных городах нашей прекрасной Родины? Я хочу сказать, что мы являемся, наверное, самым почтенным и старым в нашей стране проектом, который проводит именно этот образовательный курс. Мы провели уже, дай бог памяти, 14 или 15 аналогичных курсов, которые прошли с успехом. Это я к тому, что мы имеем самый большой в стране опыт по проведению этих курсов. Программа отшлифована и закалена годами. Мы приглашаем к участию в качестве партнеров и спикеров только самые лучшие профессиональные силы в косметологии и пластической хирургии. И, соответственно, мы не собираемся терять тот высочайший уровень, который мы задали, и продолжать начатое дело в дальнейшем. Это первое. Второе. О биологическом материале. И это очень важно, обратите, пожалуйста, на это внимание. В настоящий момент из всех многочисленных, я насчитала больше десятка предложений по проведению этих курсов в разных городах нашей страны, только фактически три места имеют тот лицензионный высочайшего уровня нефиксированный биологический материал, который позволяет с успехом работать самим. Какие это места? В Питере это только мы, в Санкт-Петербурге это только мы. В Москве это замечательные кадавер-классы, которые проводят доктора, заведующие кафедрой доктор Иванов и доктор Сергиенко во втором медицинском университете московском имени Пирогова. И, наконец, третье место, где тоже участвую я, но это совершенно другой проект, это город Казань, Амтек. Все. Все остальные предложения, которые бы к вам не поступали, они, к сожалению, не имеют возможности использовать тот биологический материал, который используем мы. Далее, о нашем проекте, питерском проекте. Вы занимаетесь 2 дня. Первый день – это теоретическая часть. На самом, я бы сказала, пике того, что происходит в инъекционной косметологии в настоящее время, с разбором осложнений, с разбором опасных зон, с разбором, подробным теоретическим разбором анатомии, с разбором вообще процессов старения в области лица, в области кистей и рук. И вы получаете самый свежий и, я бы сказала, из хороших рук теоретический материал. Вторая половина дня, второй блок большой, будет посвящен участию в живых инъекциях, которые вы будете наблюдать, в разборе этих клинических случаев, в дискуссиях. Вы будете иметь возможность, и это, в общем-то, является обязательным пунктом нашего проекта, участвовать в интерактивном голосовании и понимать, насколько ваше мнение совпадает с мнением вашей группы, с мнением ваших коллег, причем это делается анонимно, никто не будет вас бить по попке и говорить ай-яй-яй. На этом мы заканчиваем первый день. Второй день полностью с утра и до самого вечера будет посвящен работе в анатомическом театре. Это будет работа степ-бай-степ, шаг за шагом. Мы пойдем по определенному плану, я не буду раскрывать все секреты, потому что конкуренты не дремлют. Мы пойдем по определенному плану, который показал свою, наверное, оптимальность в проведении этого анатомического дня. И мы разберем с вами, с помощью моих замечательных коллег, мы разберем с вами сначала послойную анатомию. Опять же, мы пройдем все анатомические зоны, мы посмотрим на сосуды, мы посмотрим на другие очень важные структуры. Мы научимся понимать, как избегать самого грозного осложнения, которое может быть в инъекционной косметологии, а именно интраартериальной окклюзии.
препаратами, вводимыми в те или иные анатомические области, после чего вы в мини-группах тоже шаг за шагом будете проводить сами инъекции под руководством наших тренеров, которые до этого вам продемонстрируют эти инъекции на анатомическом препарате. И вы будете иметь возможность, причем это будет обязательная возможность, каждый из вас будет проводить диссекцию тех зон, куда он инъецировал. Вы не будете просто стоять за спиной тренера и дышать ему в затылок, мешая проведению инъекции, да, и не иметь возможности увидеть то, что вы сделали. Вы будете понимать, в каком слое вы находитесь, что вы сделали правильно, что вы сделали неправильно. Вы будете иметь возможность провести работу над ошибками и в любой момент подойти к препарату, который является учебным, и с тренером разобрать те вопросы, которые оказались невыясненными. В конце дня заключительная дискуссия, тестирование, получение дипломов, а также шампанское. И эти курсы мы проводим регулярно. Ближайший из них состоится в ноябре. Вот. И еще раз приглашаю всех к нам.